Добрый вечер. Поздравляю команду «Трактор Победы» с хорошей игрой. Вот, по-моему, скажу, в целом игра была неплохая, интересная, игра была напряженная. Он до последних секунд бились как за победу, за очко, за цепляясь за игру. Вот, в целом, что могу сказать? Вот у нас, конечно, на сегодня была не совсем хорошая реализация наших моментов, создавали хорошие моменты, большинство, конечно, хорошие моменты, я думаю, что залог по победе и поражению сегодня было большинство наших, не совсем удачно, были хорошие шансы, хорошие были ситуации, к сожалению, мы их не реализовали, надо реализация, надо еще пора подработать, мы просто работаем, но хочется, чтобы улучшение было. В целом игра была напряженная, интересная, в общем-то, поздравляю, с победой еще раз, спасибо. Спасибо, Алексей Викторович. Спасибо за поздравления. В первую очередь, наверное, хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку сегодня. Как, в принципе, и всегда они очень хорошо нас поддерживали, поэтому здесь был дополнительный стимул. Ну, а по игре, скажу так, равная игра была, в принципе. Первый период немножко мы, вот так говорит, раскачивались, наверное, это связано с тем, что у нас был перерыв 4 дня, вот, потом потихонечку, будем так говорить, попали в темп, будем так говорить, забили неплохие голы. Опять же, хорошо у нас, будем так говорить, сработало в этой игре большинство и меньшинство, ну и плюс Вася Демченко нас в определенных игровых ситуациях выручал, поэтому также, ну, так говорить, отдельное спасибо. Ребят, с победой, готовимся к следующей игре. Спасибо, вопросы будут, Николай? Алексей Викторович, в чем удалось изменить игру трактора в игре в большинстве, если первое большинство совершенно не получилось, то второе 30 секунд шага в ворота? Ну, в первую очередь, если брать нашу первую бригаду большинства, то есть постоянная ротация состоит, то есть это немаловажный момент. Сейчас Пол присоединился, но обратно вернулся, поэтому все равно нужна притирка, опять же, то есть это все идет через тренировку, через игры. По второй бригаде, то есть они все равно на протяжении уже многих игр работают вместе, отсюда, наверное, все равно вот эта связка, сочетание вот этих игроков, кто выходит на большинство, ну,